Привет, подписчики, привет, случайные зрители, с вами Егор. Сегодня у меня день прогулок, суббота, вторая половина дня. Дома не смог высидеть, думаю, пойду-ка я пеша прогуляюсь. Километров так 6, 7, 8. Вот, что-то на велик у меня, никаких эмоций, никакого стояка. А вот для пешей такая тихая осенняя погода, идеально для пеших прогулок. Ну, можно было бы еще и солнышко немного, ну ладно. Вот. Как вы думаете, что у меня за спиной? Да? По толщине стены остатки кладки. Остатки кладки сами сладкие. Можно сделать вывод, что это какое-то фортификационное сооружение. Но нет, нет, еще раз нет. Это у нас остатки нашего старинного кирпичного завода. Еще, судя по всему, царских времен. Вот. Так что мы начинаем свою эпопею. Как раз по проходу через территории бывших карьеров, бывшего кирпичного завода. Вот так. Ну а наше дело сегодня хорошенько шагать, общаться с вами и, конечно же, немножко постреливать. Потому как я всегда с собой беру что-нибудь из дома. Итак, поехали дальше. У нас начался так называемый локдаун выходного дня. То есть остановка всего и всех на выходные. Вообще-то это как-то немножечко дебильновато звучит и выглядит. Ну и, соответственно, это не повод не приобщиться к такой вот нашей валковской красоте. С этими водоемами, ставочками и всем остальным прочим. Кстати, вы слышали? Наш Бубочка, потерпевший, я не лох, как его Скрипин называет, поц в мамкиной кофте, в общем, слег с ковидом. В общем, само по себе тут не над чем прикалываться, но думаю, что ничего ему не угрожает. Он еще в относительно безопасном возрасте. И, конечно же, при его возможностях, я думаю, все у него будет хорошо. А у нас это еще вопрос. Но расстраиваться еще не время. И всем советую. По возможности вентилируйте легкие. Приобщайтесь к тренировке опорно-двигательного аппарата и сердечной мышцы. Лишним этого не будет в наше-то время, когда человек страдает, особенно городской житель, ну, скажем так, урбанизированный житель, страдает как раз-таки гиподинамией. Даже я, известный велосипедист, который проезжает по, в лучшие свои дни, по 130 километров за день, даже у меня сейчас наблюдается небольшая одышка, потому как тренировка – дело святое, а тренируюсь я не каждый день. Фух, поэтому вот так вот полезли и пошли дальше. Вот, собственно, старый карьер. К краю подходить довольно-таки опасно для того же опорно-двигательного аппарата и в общем и целом для жизни, потому что это все может съехать, а живых душ рядом нет. Но это не повод не насладиться здешними суровыми красотами. Единственное, что такие карьеры ни в коем случае нельзя пускать детей. Фух, человек вообще, у него инстинкты самосохранения и когнитивные способности у 72-73% они напрочь отсутствуют. Поэтому, может быть, что хочешь. Проявляйте осторожность. Фух. Тарахтят бутылки. Угадайте, зачем? Эх, красота, красота. И мусорник. Какие-то валковские свиньи сделали мусорник. Ну, почему бы и нет? Ладно, поехали дальше. О, отошел буквально недалеко. И вот, пожалуйста, артефакты валковских свиней. Это прекрасные люди, которые избиратели, сами знаете кого, классические, которые вот натянули сюда своего хлама.
почему-то считают, что так правильно. Просто не дотащите. Ну, это вам, ну, это долго, это тяжело и мучительно. Тащить откуда-то из населенного пункта сюда, в эти поля и леса, этот хлам и мусор. В руках точно не дотащите. Получится, вам нужно тащить это на машине. Это какой-то прицеп или багажник. Получается, люди не совсем затурканные и, скажем так, бедные, да? Не самые нищие сословия. То есть они-то привозят сюда. Молодцы. А там у нас Ломоносовка. И вдали виднеются хутор Турушки. Ориентир — вот та недостроенная хата. Итак, я на старом заброшенном стрельбище МВД, стрельбище милиции так называемое. Здесь давно уже никто не стреляет, пожалуй, кроме меня. И некоторых тоже еще энтузиастов этого процесса. Вот. И сейчас мы здесь расположимся, немножечко поиспытываем мой пневмат со скандальной репутацией. Так. Как помните, месяц или чуть больше назад прикупила себе такой от КВЦ М10 М11 пистолет-пулемет Ингрима. Такой себе почти что УЗИ. Вот. Многие мне тогда, в общем, были категорически настроены против него. Написали, что типа я лоханулся. Нахрена, 5-10, базар-вокзал. Однако, лично мне эта игрушка понравилась, потому что взял ее уцененную, она полностью функциональна. И сегодня немножечко мы постреляем на точность, посмотрим из нее кучу с 10 метров. Ну и тем более стрелять из нее дешево. Ее неоспоримым плюсом является то, что магазин у нее аж на 40 выстрелов. Представьте себе, какие у вас грандиозные возможности. Стрелять из таких вот пушек дешево. Это вам не элитный флабер. 5 гривен выстрел. Тут вы можете на 20-ку настреляться так, что аж глаза на лоб полезут. Ставим баллон. Пластиковую заглушку подкручиваем до такого небольшого псыка. Этого достаточно. Немножечко травит. Пластик есть пластик. Так, и теперь набиваем, опять же, достаточно дешевыми пульками. Вот это вот контейнер с пульками, 250 штук, я купил аж за 23 гривны, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, то есть, вообще не о чем разговаривать. Просто не о чем говорить. Снабжаем магазином наше устройство. Скорее всего, нам это не пригодится. Ставим на предохранитель. Так, теперь готовим мишеньку, по которой сделаем 10-15 выстрелов, чтобы посмотреть на кучу с 10 метров. Итак, фиксируем бумажную мишень к дереву пистолетом со скобами. Да, тут, конечно, не самый лучший вариант получился по части того, что мишень растянута. Но ничего, кучу мы приблизительно уловим. Вот так вот. Ну что, стрельба из пневматического Ингрима МАК-10, МАК-11 по мишени с 10 метров. Поехали. Предохранитель.
Так, увесистая штука. Смотрим 10 метров. Я думаю, кучность более чем достойная. Учитывая, что у меня как-то колбасило, не знаю. Может, где-то нерв прищемило или что-то такое после моего сельского хозяйства. Ну вот мы смотрим явных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я считаю, даже по сравнению с флабером, куча очень-таки неплохая. Когда содрал мишень, заметил, что вот некоторые из ББшек плотно застряли в коре. Если уж они застряли в коре, как они могут застрять в коже человека, да? И кто бы я был, если бы я не израсходовал оставшийся боезапас по этим прекрасным стеклянным мишеням. Итак, попадание есть абсолютно на всех. Меньше всего пострадала эта коньячная, потому что у нее такая изысканная форма. Остальные, в принципе, в той или иной мере. Есть. Стреляю. Стреляю неприцельно. Так, досталось и коньяку, и сверху, и снизу. Хорошо и дешево, но очень тихо. Как-то невнятно. Опять секс с резиновой бабой. Что попало? Итак, душу отвел. Немножечко пострелял. Дешево. Удовольствие, конечно, сомнительное. Не так, чтобы уже прям весело очень сильно, но тем не менее. Для таких вот пострелушек по бутылкам то, что надо. Такого филигельно-сарайного типа. Просто интересно, как это у англичан есть пословица: любопытство погубило кошку, да? Да ну это такое больше жилого типа, я так понимаю, было.
Какие-то, видимо, санузлы. А тут у нас погреб полноценный, не слабый. Интересно, интересно. Ну тут, судя по всему, хлев. Хлив. Судя по оставшемуся запаху, пахнет то ли животными, то ли бомжатиной. Одно другого не исключает. Вот. Тут дальше туалет типа МЖО. И спуск в похидный погребняк, наверное. Вот такой вот погреб тут еще есть. Настоящее бомбоубежище. Ну и местные валкерские свиньи тут наделали делов. Почему бы не выкинуть мусор, да? Логика прекрасная. Какой интересный погреб. Опускаться я туда, конечно, не буду. Так, и у меня есть ряд новостей. Первая новость. Как вы уже могли заметить, на канале 500 подписчиков. Ну, это, я бы сказал, такой себе юбилей. Не особо крупный, но, вы знаете, кто пробовал заниматься ютубированием, кто начал внедряться на этот видеохостинг, тот знает и понимает, что 500 подписок на YouTube — это тебе не 500 подписок в Instagram и не 500 подписок на Facebook, где люди сами добавляются абы куда-нибудь. Здесь совсем по-другому. Здесь есть очень хитрые такие вот алгоритмы, которые абы как, абы куда и побыстрее вряд ли кого-то будут продвигать. То есть определенный хитрый расчет. И плетку тоже. Потому что абы шо они монетизировать отказываются. Сейчас по новым условиям никакое оружие, никакого стрельбы. И ты им не докажешь, что это пневматика или флабер. Им вообще насрать на это дело. Поэтому вот передаю привет заодно новому тысячнику-блогеру Поликарповичу. Поликарпович уже с этим столкнулся, я так понимаю. Пришло письмо из Ютуба ему, где ему объяснили, что почем насчет монетизации. Мне было немножечко досадно, но у меня, в общем, есть все, так сказать, возможности повторить его стезю. Потому что основное ядро моих видео — это всякие игрушки взрослые. А взрослые игрушки Ютуб не любит и монетизировать их отказывается. Поэтому, раз уж я начинал это дело как некоммерческое мероприятие, я его продолжаю как некоммерческое мероприятие. Но в любом случае буду благодарен за всевозможную помощь. Если кто может и хочет отправить мне какой-нибудь экземпляр на рассмотрение и обзорчик, я с радостью, можете быть уверены в моей добропорядочности. Насчет Ютуба. Я вам так скажу, судя по всему, от 0 до 1000 подписчиков, ну, до 500 моих, скажем так, это точно, усилия прилагаются, как будто бы ты воробей, который, чтобы подняться в воздух, должен 1000 раз махать своими крылышками короткими, так, а скорость у тебя такая маленькая, и летишь ты так низко, и ты такой, как воробей. И, короче, вот так это выглядит. А где-то есть орлы, которые уже по 10 тысяч, да, они так крылья расправляют и пошел. Словил поток воздуха и пошел. И даже не машет особо. Вот нечто подобное. Вы наблюдаете от 0 до 500. Но все равно это интересно. И заниматься этим я намерен и в дальнейшем. Выражаю
слова огромной признательности всем моим подписчикам, потому что без вас этот результат не был бы достигнут. Респект. Всегда рад для вас выпустить что-нибудь интересное. И о подписчиках. Если не ошибаюсь, один мой подписчик Игорь Нижников начал мне писать под роликом с моим обзорчиком СУР-2608 по поводу того, что это безделушка, стартовый пистолет, что она очень кривая, и у него при отстреле какого-то там 150-го патрона, ну, судя по его тексту, при отстреле приблизительно 150-го патрона у него разлетелся в дребезги ударно-спусковой механизм. В общем, там боёк, что-то там, ну, я-то не видел. В общем, говорю, так сказать, почём купил, потом продаю. И от него поступило, ну, как бы, предложение, чтобы я не компрометировал себя в глазах окружающих, чтобы я не нахваливал этот СУР-2608. Ну, понимаете, в чём дело? Как я уже неоднократно заявлял, канал не является коммерческим. Мне от этих турок, которые сделали этот СУР, соответственно, ни копейки. Мне от фирм, которые завозят его, дистрибьюторы на территории Украины, типа там Стартган, да, которые там вроде бы информационную поддержку оказывает Поликарповичу, мне от них тоже ни копейки. Мне вообще никто ни копейки по этому поводу этого СУРа. Но, как уже неоднократно замечал Поликарпович, это один из лучших пистолетов по цене качества. Что это означает? То, что вы за какие-то $50, да, можете купить стартовик, который вроде как стреляет и на что-то похож. И функционален, и еще у него два магазина, скажем так, в комплекте. Со скурсанами он ведет себя очень и очень. Ноль претензий. Поэтому что я могу сказать? В дальнейшем, если я буду его отстреливать, ну, отдельно, скажем так, делать по нему ролики, конечно же, я буду указывать этот момент, что уже есть люди, у которых он сошел на нет. У меня отстрел сейчас где-то 110-102, нет, даже не 110, где-то 70-80 патронов отстрел. Я не добрался до этой трагической черты 150, буду держать вас в курсе. Если буду отстреливать, и он, я знаю, его разорвет, вы это либо увидите, либо услышите. Уж я-то помолчать не буду. А так думайте сами, решайте сами.